Театр «Док» лишился своего старого дома и всем известного адреса и переезжает в новое место. К счастью, театр «Док» как явление и необходимое нашей культуре образование остался живым, здоровым и, надеюсь, таким же активным, каким был все эти годы. Им нужно просто помочь. Эти люди используют те деньги, которые вы им передадите, не просто во благо, а в творчество. И у нас не прервется вот этот живой родник, живой поток, живая ткань вот этой вот современной пьесы, современной драматургии и современного искусства.